В общем, ребята, говорят, то, что обезьяны могут просто украсть все, что у вас есть в руках. Они могут украсть рюкзак, они могут украсть у вас сумку, даже телефон, который находится в руках. Поэтому я его сейчас крепко держу. Кто они? Обезьяны! Че, прикалываешься? Я серьезно! Ты маленький ребенок. Я просто их начала кормить, а там обезьяны. Но тебе же сказали держать все в руках. У ноги. Всем привет, ребята! Вернее, hey guys, с вами Лиза Найс. Вы на моем канале. Сейчас я еду в какой-то непонятной машине. Сейчас я вам все расскажу. Мы на сафари. В этой поездке мы можем увидеть кого угодно из диких животных, даже слонов или даже леопардов. Мы, кстати, смотрели книжечку, там написано то, что тут они могут быть. В общем, смотрите это видео до конца и не переключайтесь. Ребята, мы буквально 5 минут ехали и уже видим слона. Господи, какой он крутой. Тут очень много разных красивых птиц. Ребята, сейчас мы будем кормить обезьянок. В общем, ребята, говорят, то, что обезьяны могут просто украсть все, что у вас есть в руках. Они могут украсть рюкзак, они могут украсть у вас сумку, даже телефон, который находится в руках. Поэтому я его сейчас крепко держу. Я решила сделать такой эксперимент и пранк над мамой. Я сейчас достаю все свои ценные вещи из моего рюкзака. Рюкзак уже 3 года, мне как-то не сильно жалко его. И я посмотрю, смогут ли его утащить обезьяны. Поехали, так? Ты хочешь покормить с руки? Прикалываешься? Я серьезно. Ты маленький ребенок. Я просто их начала кормить, а там обезьяны. Но тебе же сказали держать все в руках. У ноги. Мой рюкзак, так подожди, там же телефон, зарядка. А Сашин телефон у кого? Блин, Лиза. Сашин телефон у тебя был? Ну и что теперь делать? Посмотри, как они настроили. Блин, ребят, отдайте, пожалуйста, мне это. Лиза, я не знаю, что делать. Надо... У них же не заберешь теперь. Вспоминай, что было в рюкзаке. Телефон мой. И Саша. Поздравляю, Лиза. Теперь ты в стае обезьян. Можешь, пожалуйста, ну, присоединяться к ним. Бежать за рюкзаком, лезть на дерево. Ну блин, ну что делать, серьезно? Они утащили его уже куда-то на дерево, куда-то высоко. Спрашиваю немало. Может, немало знает, как достать теперь рюкзак. Может, их приманить обезьян едой? Так они точно не принесут рюкзак. Не знаю.
Молодец, я тебя поздравляю. Сколько у тебя был телефон? 2 месяца? То разбила, то потеряла, теперь обезьяны утащили. Умничка. Огромный-огромный красивый слон. Да, мам, это сигнал передавать, что остановитесь. Буйволы, бафало. Да. Вон Лизочка твой рюкзачок остался. Они украли просто мой рюкзачок, но еще порвали его. Обидно. Тебе в волосах макароны. Ребята, как видите, просто обезьяны забрали мой рюкзак. Это была просто жесть. И серьезно, очень хорошо то, что я достала все нужное из рюкзака. Я очень рада, то, что телефон со мной, все ценное из рюкзака со мной. А рюкзак теперь у обезьян. Мне интересно, что они будут делать. И, кстати, мы когда уезжали, знаете, что я заметила? Обезьянки порвали его напополам. Они оторвали бантик и, наверное, сейчас играются с ним. В общем, вот такой эксперимент вышел. И теперь я точно знаю, то, что обезьянам не надо давать никакие вещи. И когда проходишь мимо обезьян, надо все прятать и крепко держать. А с вами была я, Лиза Найс. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Всех люблю. Пока. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Я подписана вот так вот. Ссылочка будет в описании. И, кстати, на миллионы нанайтиков, это уже совсем скоро, я разыграю 3 iPhone X. Поэтому, если ты хочешь iPhone, подписывайся и нажимай на колокольчик. Блин, я в школе всего 3 дня. И уже успела подраться с одной из одноклассниц. Что же будет дальше? Привет, чувак. Здорово. Ты видел, какой вчера был батл? Да, наша новенькая не из трусливых. Капец, какую она подножку сделала. Я был в шоке. Да она чуть сальто не сделала. Смотри. Жесть. Да, она драться умеет. Да уж, драться это не самый лучший способ решения конфликта. Но раз Валя это объяснишь, она хочет быть везде самой главной. Да, но Лиза смелая девчонка, смогла дать отпор. Угу. Даже с трудом представляю, что сегодня будет. Всем привет! Здорово! Вчера новый себе чехол для телефона купила. Да какой тут чехол? Ты что, не знаешь, что вчера было? Нет, а о чем речь? Вчера Влада с Лизой очень сильно поссорились. И после уроков тупо подрались. Такая жесть была. Да ладно, вы что, шутите? Нет, держи сама, посмотри. Офигеть, и кто победил? Да ничья. Мы их вовремя разъединили. Да уж, вот это жесть. Всем привет, народ. Привет. Привет. Что ты, Кристина, уже выспалась? Привет. Ну, хоть что-то хорошее. Здорово. Здорово. Что, как думает? Здорово. Нормально. Давай их как-то помирим. Это нехорошо, когда в классе есть конфликт. Не, мне кажется, не сейчас. Пусть они немного остынут. Вдруг они сами помирятся. Да. Привет. 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 Привет, Маша. Привет. Как ты? Да нормально, спасибо, что просила. Я переживала за тебя.